Масштабная экологическая акция прошла также в Уральске. На улицы города вышли свыше 1000 человек. Волонтеры, студенты, активисты Жасыл-Ель, жители города. Саженцы там высадили в новых микрорайонах. Это почти полсотни молодых деревьев. Дуб, тополь, ива, клен. Повсеместно также прошли субботники. Среди участников коммунальные предприятия, трудовые коллективы областного центра. Масштабная работа по озеленению в Уральске запланирована до середины мая. Наша волонтерская организация, наша молодежь ежегодно участвует в таких акциях, субботниках по озеленению города. Мы рады, что наша молодежь неравнодушно относится к экологическому развитию нашего города. И сегодня наша молодежь, есть молодые семьи, есть разные волонтерские организации, есть разные вузы, колледжи, а также дальше поливать это дерево, мы будем дальше за ней ухаживать.